Прывітанне, сябры! Вас вітае грамадская культурніцкая кампанія «Будзьма беларусамі». Мене клічуць Наста Дашкевіч, побач са мной Марфа Рабкова. Можам сёння паразмаўляць пра тое, што рабіць, калі вашых блізкіх затрымалі, што такое перадача ў турму, што туды класці, каб вашаму блізкому чалавеку было комфортна. Марфа, прывітанне! Расповіді, калі ласка, яшчэ раз, што такое правабарончы цэнтр «Весна» і якую ролю граеш ты там, па якіх пытаннях можна звернуцца да цябе, знайшовшы цябе ў соцсетках? Добрый день еще раз. Как сказали, меня зовут Марфа Рабкова, я координирую волонтерскую службу «Весны», правозащитного центра «Весны», да, так вот немножко звучит. И правозащитный центр «Весна» у нас существует уже с 96 года, он образовался во время 26 апреля 96 года, были очень много задержаний во время Чернобыльского шляха. И группа людей, которые были, так скажем, необыяковые, они начали как-то пытаться найти, аккумулировать информацию по задержаниям, где находятся люди, пытаться им передать передачи. И таким образом «Весна» и начала свое начало. Вот. По сути, это то, что сейчас вот мы будем рассказывать про передачи, про то, как искать людей. Вот этим и начала заниматься «Весна» когда-то, когда еще не было интернета, и, конечно, было сложно найти людей, как-то вот эти списки. А волонтерская служба «Весны» начала свое существование официально с 2012 года, но волонтеры всегда были в «Весне», всегда были люди, которые пытались помочь, всегда были люди, которые находились рядом. Вот. Но на такое более профессиональное русло это было поставлено с 2012 года. У нас появилась система обучения правам человека, вот. И появились какие-то профильные такие уже направления, которым занималась только уже волонтерская служба. И сейчас из них можно выделить несколько. Это сама помощь правозащитному центру «Весна», это и юридическая помощь в написании жалоб. При этом не обязательно нужно быть юристом, чтобы научиться писать жалобы. Это различные переводы, грубо говоря, работа ручками, когда надо просто что-то привезти, отвезти, что-то собрать, сделать. То есть там очень много таких сиюминутных задач, где-то что-то помочь. Это мы занимаемся еще очень много делом обучающих мероприятий просветительских на тему прав человека. При этом мы всегда рады, если кто-то приходит волонтер с какой-то своей идеей, мы помогаем реализовывать это без проблем. И третий такой большой блок, наверное, это наблюдение за судами, за массовыми мероприятиями, за выборами, чем мы сейчас занимаемся, это выборы. И ну, при этом и массовые мероприятия. Вот мы насчитали эту цифру недавно, 64 тысячи. Вот. И, в принципе, мы очень-очень много чем занимаемся. И вот недавно мы начали более, так тоже, более, не скажу, конечно, профессионально заниматься передачами. И появилась группа неравнодушных волонтеров, появилась я, которая начала носить передачи. Первый, кому я начала носить передачи, это был Резниченко. И у нас уже появилась, грубо говоря, чат, где мы ведем все переписки, кому что передать, учитываем все там нюансы. И вот про это мы и будем сегодня, в принципе, говорить. Я так разумею, что до вашего волонтерского руху можно долучиться. И когда есть необъяковые люди, которые не могут спокойно сидеть на канапе и переживают за то, что бывает у нас в стране, они могут до вас прийти, так, написать вам, и может так само проявить некую свою солидарность, да, помочь. Да, у нас есть анкета для волонтеров, те, кто хочет к нам с нами быть. И мы сегодня как раз ее запостили в свои соцсети. Волонтерскую службу «Весна» можно попробовать найти. Мы представлены везде, кроме ТикТока. Вот. И мы, в принципе, принимаем... А что можно допрацевать? Краткий курс, сколько там секунд? Как там порезать килбаску, узважить? Мы пока не придумали, что можно выложить. В ТикТок такое весело. Сябры, коли сярод вас ёсць неабыяковы чалавек, які хоча дапамагаць «Весне» і валодае трошку відэапраграмамі, можа нарэзаць класныя кароткія відосы, калі ласка, звяртайцеся. Нехай гэта будзе не толькі сумна, але трошечку, каб падбадзёрвала нас усіх. Добра, ну тады давай пачнем з таго, што нейкае масавае мерапрыемства, акцыя, чалавека затрымалі, што рабіць? Ну, в первую очередь нужно успокоиться, немножко выключить свои эмоции, потому что вам они не помогут, если вы будете слишком эмоционально думать и кидаться, что делать сейчас в данный момент.
И надо начать с того, чтобы начать обзванивать РУВД. То есть, если у вас нет вообще никакой информации, где человек гипотетически может находиться, то надо просто садиться и всех обзванивать по районам РУВД. Потому что сейчас, когда задерживают, какой-то логики, куда и отвозят людей, вообще нет. То есть, если раньше там, грубо говоря, это могло быть либо место совершения правонарушения, либо место жительства, то сейчас их просто в ближайшие, так понимаю, свободные РУВД, или даже не ближайшие свозят. Вот. И нужно быть готовым к тому, что могут не говорить. То есть все могут сказать, нет у нас его. Кроме РУВД еще нужно звонить в ЦИП, либо, ну, ВВС, конечно, навряд ли, но, в принципе, можно звонить везде и всюду. Ну, в первую очередь, конечно, это будет ЦИП. Это центр изоляции правонарушителей, это в первую очередь там отбывают суточники, либо до суда люди по административным делам ждут. Вот. И если вы долго всем набираете, вам не говорят, где находится человек, то есть к этому надо тоже быть морально готовым, потому что это такая очень постоянная такая вот... Частая практика, что она не кажется. Я знаю, что некоторые пишут тогда в Следственный комитет заявление о том, что человек пропал, и после этого человек быстро находится. То есть человека похитили, пропал, найдите, пожалуйста, где он находится. И, в принципе, я советую давать информацию и весне, потому что мы собираем эти данные, мы вывешиваем списки задержанных, и... мы как-то можем даже помочь в поиске, потому что очень часто люди, которые там выходят с РУВД, их там ночью начинают отпускать, либо кто-то из них даже бывает нам успевает позвонить с автозака и просто перечистить фамилии тех, кто находится рядом в отсеках в автозаке. То есть у нас часто есть эта информация. Вот. И в принципе вот к этому... Где-то такая вот схема, то есть садиться, обзванивать и... Я так разумею, что из моего досвіду есть еще такая практика, что можно приехать под РУВД той же самой. По-перше, ты можешь встретиться с іншими свояками, не потримать их, себе успокоить, что все в порядку. Ну и плюс может заявиться некая информация, как бы переводят с будинку в будинок, машина заезжает, выезжает, так само можно поглядеть. Да, это, ну, как бы... Скажем, написал тебе тести. Этим можно заниматься, если вы уже владеете хоть какой-то информацией, где находится человек. Потому что если у вас вообще нет информации, то есть ехать или под заводской РУВД, или под Фрунзенский, это довольно, ну, сложно понять, как бы, да. Но если уже есть хоть какая-то информация, то да, лучше подъехать, там на месте есть родственники, что уже есть какая-то поддержка. Плюс все-таки там уже будет попроще переговаривать с дежурным сотрудником, как бы, лицом к лицу и пытаться что-то узнать про человека. Давайте до повтору, може, як зв'язатися з правоохоронним центром весною, як я познайти, куди погрукатися? У нас весна є у всіх соціальних сетях, у нас є сайт, в принципі, якщо ви ведете просто весна, Білорусь, або правозащитний центр весна, у вас одразу перша посилка буде, це будемо ми. И еще такая внутренняя информация, с завтрашнего дня мы будем запускать бот, специально разработанный под, если вот начнутся какие-то массовые задержания, где можно будет быстро о нас про то, что кто задержан, какие есть нюансы, бот будет обрабатывать эту информацию, потому что раньше это было довольно долго, очень много кто звонил, то есть люди сами все это обрабатывали, и это затягивало, то есть по времени это было довольно-таки... большой промежуток времени. Сейчас это все автоматически будет. Я думаю, что нам поможет это в работе очень сильно. И поможет и людям, потому что там будет сразу совет, и что делать в той или иной ситуации. То есть... IT-крайне. Да, мы тоже двигаемся вперед. Ну вот, если честно, мы подсмотрели это у российских правозащитников в горы, когда у них были массовые задержания, это очень помогало вот, в поиске людей и пошаговая инструкция, что делать в той или иной системе. Поэтому завтра ждите посты об этом в наших социальных сетях. Да. Так. Добре. Я так розумію, що зараз така практика в связи з пандемією, або нібито пандемії, в сенсі пандемія то є, але наші суди, вони просто радять нам попакостити. Є така практика, що чоловіка не привозять тепер у суд, ти не можеш його побачити, знайти його, там, підтримати. Скайп, ЦИП, некий кабінетик. І судять там чоловіка на місці. Ну, це ж не значить, я так розумію, що ніхто приїхати у суд. Це все одно має сенс, правда?
У нас одно из наших такой деятельности — это наблюдение за судами, и у нас сейчас очень много кто добавился и помогает нам в этом направлении. Мы просто разместили, когда были массовые задержания 19 июня, если я не ошибаюсь, просто пост с просьбой откликнуться людей, и откликнулось очень много. Я поняла, что да, можно и нужно делать. Да. Спасибо всем, кто откликнулся. И надо ехать в суд, и если то есть задержали, нужно пытаться как-то ждать. Это называется, грубо говоря, дежурство, потому что сейчас, если даже это будние дни, людей не обязательно судят сразу на завтра, и тогда родственники по два дня проводят в суде, ждут. И мы сталкиваемся с довольно такими большими сложностями, когда они уже знают, что есть наблюдатели. И они начинают, например, заседание, вывешивают, то есть... неправильную информацию? У нас суды являются гласными и открытыми, и у нас везде есть расписание, где написана фамилия судьи, а внизу... кабинет. Кабинет, да, и расписание, то есть по времени, и еще статья человека. То есть мы всегда ориентируемся по статье, которая... Ну, это 23.34 сейчас несанкционировано массовое мероприятие, 23.4 – это неподчинение сотрудникам милиции, то есть это две статьи, которые дежурные, да, такие распространенные, вот, и просто это расписание, оно обновляется очень часто в течение дня, и мы дежурим возле него, мы приходим, например, видим, что пока нет, мы ждем там до обеда, либо после обеда, в суде есть обед один час, и просто бывает такое, что они приходят к секретарю, вешают новое расписание, и мы видим, что суд начался, заседание началось 2 минуты назад, и нас просто не пускают туда. Но это всегда, вот, в последнее время мы сталкиваемся с этими сложностями, когда люди именно не сами приходят по повестке, а когда они задержаны и ждут. То есть они очень не хотят, чтобы кто-то находился вообще в зале заседания. Раньше была такая практика, что всех, кто находился в суде, по час обеда выгоняли на сейчас улицу. Сейчас то же самое. И по час обеда проводили судовое посещение. Да, у нас мы столкнулись даже с одной из такой ситуации раньше, когда по расписанию идет суд, то есть должен начаться суд, а нашего наблюдателя просто выгоняют и говорят, вы не можете здесь находиться. И, естественно, на то, что как бы логики в этом нету. Ну, мы как бы уже такие подкованные, и, естественно, мы, если такие ситуации какие-то происходят, то мы советуем, мы помогаем наблюдателям писать жалобы на имя председателя, потому что это единственная возможность зафиксировать, во-первых, во-вторых, как-то отреагировать на данную ситуацию. Но как бы не надо расстраиваться, все равно это очень важно, чтобы хоть кто-то попал на сам суд, потому что результат суда... они тоже вам не скажут. То есть даже если суд прошел, вы не успели буквально там на 2 минуты, если вы не родственник, близкий, вы не получите эти данные. Секретарь там, либо судья никогда вам об этом не скажет, сколько бы вы там в канцелярию не обращались. Поэтому нам очень важно, чтобы хоть как бы наши наблюдатели тут попадали, и мы знали, что человек, которого задержали, что ему дали 15, например, суток, и мы можем сказать родственника, вот, 15. Потому что с этим тоже есть сложности, что мы не узнаем даже, сколько человеку дали, либо там штраф, и он сегодня должен как бы выйти. Ну и про скайп, да, это происходит так, что просто ставится монитор возле судьи, и людей через скайп, то есть они сидят либо в ОВД, либо в ЦИПе, и их просто выводят на экраны, и наблюдатели даже часто не видят вообще человека, то есть это развернутый экран, очень плохой звук, ничего не слышно, и в принципе мы, ну как правозащитники, мы высказывали свое недовольство таким процессом, как они это делают. Я, конечно, не юрист, чтобы там по полочкам разложить, почему это есть плохо, но точно есть отдельная статья даже про это. Зрозуміло. Ну что ж, тоді розглядаємо самий кепський сценарій. Чоловіка все ж таки затримовують, він арештований, треба нести передачу. Я так, давайте разом скажемо, що є кілька установ, куди можуть цього чоловіка завести. Є самий кепський сценарій, це кримінальна справа, тоді чоловік знаходиться у СІЗА, або у ЄЧУ перші 3 суток. І другий сценарій, в принципі, досить оптимістичний, не глядячи на арешт, це арешт почався або хутко скінчиться. Это ЦИП.
спісы прадуктаў, і там яны розніца. Ты можаш распавесці пра свой досвід, я веду, што ты носіш зараз перадачу СІЗА да тых, хто арыштаваны па крымінальным артыкуле. Распавідзі, можа, некія такія базавыя рэчы, такі вот базавы набор, які патрэбны хаця б у першыя дні, каб перадаць чалавеку. Да, почему мы носим СИЗО на Володарского? Потому что на СИЗО Володарского можно носить не родственника, а на ИВС и на ЦИП только родственники могут носить, поэтому наш выбор немножко ограничен. И если коснуться перечня, то да, в каждом учреждении он очень, ну не очень отличается, но отличается. А как можно доведаться, до речи, давай и... расскажем про перелик продуктов у тымти и кто эти меньше установит? Если брать Володарского, то тут каждый может написать мне потом в конце два контакта. Я делаю свой Google Doc, который я правлю просто каждую там неделю-две, который просто, так скажем, вымученной жизнью список, который реально вот можно передать, и все нюансы, с которыми мы уже столкнулись. Потому что тот перечень продуктов, который висит в самой вот этой комнате передач, ну... Можете посмотреть, он там такой отксеренный документ, который вообще, то есть там, я не хочу даже комментировать как бы его, там, если посмотреть, то там разрешено как будто по 10 каких-то позиций, и все. Вот, и получается, что кроме Володарского еще можно носить не родственникам, на Жодина. Вот сейчас мы столкнулись, что, по-моему, уже... Фурманова и, честно, не помню, кого-то еще второго перевели на Жодзе. Ну, на Жодзе, до речи, треба разуметь, что там могут отбывать по криминальным артикулам люди, или могут привозить и арештанту, которые арештованы просто на сутки. Да, и это было, например, в 2017 году, когда задержанных суточников было слишком много, и их начинали просто свозить в Жодзе. Конечно, это немножко усложняет процесс передачи, потому что в массе своей это, например, минчане, да, а до Жодзена нужно немножко доехать. Вот. И, в принципе, если вы несете первую передачу, если это Володарского, ну, в принципе, даже не Володарского, то, естественно, надо в первую очередь подумать о том, в чем человек был одет, когда его задержали. Потому что, на самом деле, даже если сейчас лето, там довольно прохладно, и мы получаем информацию, что, да, холодно. И передать теплые вещи нужно, то есть вот, какие-то, надо в первую очередь еще передать предметы такие гигиенической направленности. Потому что с этим есть проблемы, хотя они обязаны выдавать ту же туалетную бумагу, либо мыло, но можно столкнуться с тем, что они могут просто не дать это. Я читаю новины, хоть там что-то забирают, чем я. Да, и как бы так как бы если уже говорить прямо, то проблематично находиться там женщинам, особенно в дни менструации, как бы это ни звучало, но они могут просто не давать никаких принадлежностей для этого. И это об этом надо подумать и в первую очередь, конечно, передать то, что еда, конечно, едой, но комфортно, чтобы человек сам по себе находился. То есть это одежда и вот эти вот бытовые все вещи, которые есть. Теперь, значит, мы разумеем, что мы передаем теплую вопротку. Мы не глядим, что на улице плюс 20 или плюс 27. Есть такая практика, что люди забирают матрасы, что их нема подушек, их нема постельной белизны. Значит, вы повинны передать вопротку, чтобы человеку было комфортнее, чтобы он укутался и он мог заснуть. Так само есть такая проблема, что у людей редко водят душ. И, отповедно, вопротку легче передавать частей. Люди могут просто частей ее менять, частей опранать чистую вопротку. Або, як недавно писала на фейсбуку Волька Северинец, вельми часто, что после того, як человек там знаходится, вопротку потом просто, в принципе, можно выкидать. Что, ну, видать, ее уже бесподально реанимовать. Значит, мы передаем теплую вопротку, мы передаем сродки особистой гигиены, мы передаем вельми шмат белеводных сурветов, потому что... Влажных салфетки нельзя на Володарского. На Володарского нельзя, а на Окрестином можно. Значит, мы передаем шмат вельготных сурветок, потому что в душ могут так и не вывести за, не ведомо, 10-15 суток, абсолютно, на жаль, реальная практика. Мы передаем обовязково дегтярное мыло, потому что СИЗА, я думаю, где-то попростей. А вот на Окрестина, на великий жаль, есть проблема вошел, абсолютно объективная. Тому дегтярное мыло, оно в этом допомагает. Ну и так само
По продуктам. По продуктам треба разуміти, що ми можемо передати. Глядіть, вони нам поклали тут кілбасу оригінальну мінську. Можна передати кілбасу, можна її навіть не різати, можна передати печиво, шоколад. В принципі, все, що лежить у нас тут, глядіть, у нас лежить печиво, шоколад. У нас лежать сухарики, но в уголе, из моего досвида, я вам хочу сказать, что сухарики – это прикол. Ну, потому что, в принципе, 30 килограмм, которые дозволены человеку передать, ну, меньше за все, тебе захочется погрызти сухариков. В принципе, можно передавать нормальную ежу, носить ее фактично каждый, на крестном не было каждый день, там, например, раз в 3 дни. Да, в 3 дни. Можно носить ежу, потрошку. Бо для человека важно, чтобы это потримка, и было бы добре, как в этих обмежеванных умовах, он мог нормально харчуватися, и ему было приємно отримати весточку от вас. Тому, наприклад, з моего досвіду я носила максимально часто, как человеку было просто веселее и приємно. Ось, тому сухарики легче покинуть для анекдотов, на самой справе. Хотя так, они легкие, их можно погрызти, но коли некто любит, то я думаю, можно передать. Ну да, и в принципе перечень продуктов, они не такие страшные, что там уже сухари надо сушить, передавать. Там в принципе хватает, как бы таких прям ограничений нету. То есть все, там можно и мясо, и сало, и если взять Володарского, то там почти все овощи, фрукты можно, можно зелень передавать, подсолнечное масло, люди там делают себе салатики. То есть мы делаем, конечно, акцент больше на фруктах, овощах, чтобы у людей были какие-то витамины, да, как бы колбаса, сало – это хорошо, но надо и овощи есть. Я думаю, что если вы передаете все-таки вот на ЦИП и на ВС, то там желательно все резать. А на Володарского там как бы есть возможности, чтобы они могли сами порезать. И в принципе нужно понимать то, что там нету холодильников. И если вы нарежете то же самое сало, оно быстрее испортится, чем это будет кусковое. Так, и тому, когда вы носите за раз в 3 дни, например, на кресле, то вы можете разуметь, что льдов у них нема. На улице, например, лето, значит, ну, невеликими кавалками вы их это приносите. А лето, треба разуметь, с кем сидит человек. Все ж таки важно, коли людей у камер багато, або есть ты, кому не носят передачи, значит, это треба разуметь, что человек будет делиться хоча за все своей ежей. Но и поведно мусит быть там то, что можно раздать всем, кто має в этом потребу. На великий жаль, на кресле нельзя передавать садовину и городину. Это то, что не может хутко попсоваться. Это печиво, это шоколад, это сухофрукты, это сырокопченая, сыровяленая килбаса, например. Нельзя было, з моего досвіду, передавати раніше там ні сала, ні меда, ні цибулі, нічого такого. Тому будемо рятуватися, ну, сухофруктами, кілбасами. Але що найважливіше, на мій погляд, ще, це не так, не найприємніший час, в принципі. Так вам передадуть, що поїсти, у вас буде некі речі, як обслуговуватися в плані гігієни. Але все ж таки, це час, де ти у чотирьох стінках, тому важливо носити добру літературу, добрі книги, газети, бо чоловік сидить абсолютно без новин. І література, справді, мусить бути добра. Я пам'ятаю, коли мені особисто передавали книги Быкова про війну, ну, правда, це було дуже тяжко. Ти сидиш у камери, тобі зовсім не весело, у тебе там 14 суток арешта, і ти читаєш про війну і окопи, з усією любов'ю до Быкова. Ну, это, напевно, не та книга, которую я бы хотела там прочитать. Тому, сапраўды, подумайте, что можно принести в передачу, как человеку было, ну, трошку цікавее и простее проводить в этот час. Так само, я памятаю, ранее можно было передавать разные поштовки, але не подписанные. Не ведайте, зараз такая практика. Можно что-то веселое. А на кон поштовок, в принципе, можно, сапраўды, и на ЦИП, и на Володарского досылать листы, досылать телеграммы, может, уже забылися. За разных вайберов, телеграммов, мы забыли, что такое телеграммы соправные, поштовые, которые ты диктуешь по телефону, або приходишь на поштам, ты пишешь. И коли пошансуй, их принесут. Ну, не пошансуй, не принесут. В принципе, все за Володарского, мне сдается, приносят. И, конечно, бывают перебои, коли человеку хочет зарвить кепска, то ему не передают почту. Но агульная практика такая, что туды листы, поштовые, телеграммы мусят доходить. Ну, по поводу книг и газет, на Володарского передавать нельзя. Угу. Там есть своя библиотека. Кстати, говорят, что библиотека-то неплохая, там собраны довольно интересные книги. Угу. И, в принципе, те люди, которые выходили сейчас с Володарского, они говорили, что да, не было проблем с книгами, можно было брать несколько на человека, в камере все делились между собой книжками, но можно передавать через передачу религиозные
какие-либо книги, и можно учебные пособия передавать. Uh-huh. Вот. Но я бы советовала, то есть на Володарского есть ограничение по весу до 30 кг, которые можно передать ручками, и можно до 50 кг передать через почту, через посылку. То есть, по сути, у нас есть еще вот эти 20 кг, которые мы как бы теряем, если не передаем через uh-huh. почту. И мне кажется, что вот книги, какие-то учебные пособия лучше, конечно, отправлять через почту, чем занимать килограммы, на которые мы можем что-то такое, ну, не то, что скоро портится, но как бы отправлять колбасу либо сало через почту, это uh-huh. будет, ну, мне кажется, немножко лучше же ручками принести это. Вот, и да, можно подписывать на любые газеты, на любые журналы, ну, наверное, да, на любые, потому что цензура уже государственная их отобрала, которые у нас есть, можно подписаться. И да, вот мы как раз будем сейчас подписывать на ближайшие 3 месяца, это новая там декада. И будем сподеваться, что у нас уже не спотребуется. Ну да, вот мы пока только на август подписались, такой надеждой, но вот сейчас уже нужно, наверное, будет, там есть тоже свои ограничения, там до 25-го mm-hmm. или что-то такое, я уже не скажу тут точно. И про открытки, да, это очень важно отправлять, даже если очень долго не получаешь как бы ответа, то я знаю, что им могут вот изолироваться, а потом просто приносить сразу 50 открыток. Для человека это праздник, конечно mm-hmm. же. И в любом случае, часто бывает, что его ограничивают, но какие-то там 2-3 поштовки, они доходят до цели, и, возможно, это как раз-таки ваше, и это очень важно, просто даже просто получить хоть что-то с той стороны. И я еще советую, что некоторые, я сталкивалась с таким, что письма пишут, печатают, но мне всегда говорили, что лучше писать от руки, потому что в этом есть что-то душевное. Когда они получают напечатанные, это довольно сухое, они как бы сталкиваются с очень многими документами этими сухими, и когда от руки, с почерком, это более... Так что распрацовываю руку, прикладываю, да. Я хочу писать листы. А, добре, давайте тогда трошку подвинькуем. Глядите, какая ситуация, когда ваш близкий человек, есть такая проблема, что он опинулся у ЦИПе, мы передаем речи первой необходимости, мы передаем продукты, которые не хутко псуются. Есть такой лайфхак, запоминайте его. Поскольку на ЦИП нельзя переносить садовину и городнину, можно передавать соки из городнины и садовины. Садовины это зрозуміло, ты там перельешь, это передашь. А вот из городнины классно додавать людям там некие каши, бо там все такое пресное, без смака. И в принципе такие соки, они ну, как бы, як соусы фактично. Тому передавайте смело. Одинае, что треба переливать в прозрыстую тару. Значит, треба набыть пластиковые бутыльки и перелить той сок, который вы набыли. Можно взять упаковку, вот сказать, вот я натуль. Некоторые кажут, что переливают там на месте, как бачили, что вот прямо это сок, или туда ничего не налили, ничего не подбили, и там нема ничего алкогольного, например. Так само важно, что вы передаете не только продукты, вы передаете некие эмоции, тому пригадывайте, что любит ваш сябр, любой близкий человек, вы можете сделать некий знак ему на самом деле, передать там ту вопротку, которую про нечто кажет, по той книгу, которую вы читали разом. Подумайте, что вы можете сделать, как человеку просто стало приемней. Ну и так само, когда ваш близкий человек находится в СИЗАН Володарского, лучше, конечно, связаться с волонтерами или поразмовлять с теми людьми, которые имеют досвид передач, потому что это ну, очень серьезно и лучше это делать якостно. Я вижу, что волонтеры сутыкаются с такой проблемой, что покольки на Володарском могут передавать передачу абсолютно все, часто люди не отримовывают то, что им потребно, потому что некто принес что-то там от себя, то, что просто хотел проявить солидарность. Але памятаем, что есть всего 30 кг на месяц, и лучше координовать свои рухи с тем человеком, который опекуется тем или иным человеком, чтобы он докладно отримал то, что ему сопроводы необходимы. И лучше, чтобы это занимался той, кому доверил, например, в это политвязь, когда человек доверил передавать передачи. Но его докладно будет список всего необходимого, всего потребного. Но в уголе вы можете за все связаться. Альбо со мной знасти мне в социальных сетках, альбо с Маркой, и сопроводы запытаться, что передать, как заработать, альбо мы сутыкнулись с проблемой. Я думаю, что Марка со своего штодённого зараз досвиду, я со своего, слава Богу, не такого близкого досвиду, але обовязково расповедим, что можно, что треба, и
патрымаем пры такой неабходнасці. І такая, напэўна, парада мая пра тое, што вельмі здорава гуртавацца разам з іншымі сваякамі арыштаваных. Бо вы дзеліцесь не толькі досвідам, вы дзеліцесь перажываннямі, і вы можаце падтрымоўваць адзін аднаго. Бо заўсёды так бывае, што нехта горш перажывае гэту сітуацыю, у кагосьці сталыя бацькі, у кагосьці людзі, которые першы раз сустрэліся з такой нахабнай несправядлівасцю. І вельмі добра, калі вы можаце падтрымоўваць адзін аднаго, дзеліцца навінамі, калі вы можаце сказаць, што ну, ёсць праблема, я на мяне. І гэта вельмі важна. Альбо калі ў вас ёсць час, і слава Богу, у вас гэты лёс абмінуў, і вашы сябры не сядзяць у турме, калі ласка, не будзьце абыякавым, напішыце сваякам палітвязням, запытайцеся, якая ім патрэбна дапамога, і чым вы можаце дапамагчы. Бо гэта вельмі важна. Я думаю, што мяне гэта такая салідарнасць, яна сапраўды будзе мяняць нашую краіну. Таму давайце будзем разам, будзем гуртавацца. Может, есть ощущение, что важно, ну, что вы мне сказали? Я могу еще добавить от себя, что там, в принципе, мы в конце этого стрима будут мой контакт, и мне всегда можно позвонить. И я, в принципе, этим занимаюсь, что консультирую родственников, и не только про то, что передать, как передать, потому что есть нюансы, вот, там еще нужно написать заявление, упаковать все правильно. И мы сейчас говорим очень много информации, мне кажется, там вот сюда можно передать и это, сюда вот нельзя, но это уже мы через призму опыта так вот быстро это все проговариваем, а естественно, когда сталкиваешься с этим, устрасит. Это все забудется, и это хорошо, что есть какие-то контакты, где можно написать, спросить. И самое важное, что вы можете мне писать не только про передачу, но и вообще просто поддержка, потому что я сама не раз сталкивалась с этим, с разных сторон. Я понимаю, как важно просто поговорить, просто позвонить и поговорить. И я вам могу очень подробно рассказать там, про условия, либо еще про что-то, потому что любая вот такая информация, она очень важна в такой вот ситуации, когда вашего знакомого, либо близкого задержали, и он находится сейчас, ну, грубо говоря, за решеткой. Это очень, да, страшно. Но все это переживается, переваривается, опыт есть, поэтому важно делиться им. Вот. И, ну, мы, наверное, только упустили сейчас про упаковку и про заявление еще. Так, про упаковку. Все, в принципе, пересылается в прозрачной упаковке. Вам не дадут возможность так это все передать. Будем пересыпать. Ну, я думаю, что я вам сразу посоветую купить, это касается, наверное, и ИВС, и ЦИПа, пакетиков побольше прозрачных, и сразу все-все-все пересыпать в пакетики. Если вы купили вот какие-то такие шоколадки, в которые каждая упакована в фольгу, это все нужно вскрывать и из фольги доставать. И я всегда передаю шоколадки, а не конфеты, потому что если вы купите килограмм шоколадных конфет, вам нужно будет каждую распаковать, особенно в летом, в жару, пока эти конфеты дойдут до вашего человека. То, да, просто было такое, что иногда мы еще забираем передачи с маршруток, если сидят люди не из Минска, и люди, которые первый раз там вот собрали передачи. У него просто была такая ситуация, и они передали очень большой пакет сосулек, который я все распаковывала. Пока я распаковала и положила в пакет, это был просто большой кусок, которым можно, ну, даже увечья нанести, грубо говоря. Как бы тут тоже надо подумать, насколько там вот, человеку это надо там. То есть, может, лучше шоколадных конфет положить, либо еще что-то. Но я, да, честно скажу, я упрощаю, покупаю шоколад, потому что я его вытаскиваю просто из обертки и ложу. И да, и я вам скажу, что даже если прозрачные, вот как у нас эти сухарики, сталкиваешься на практике, что иногда разрешают, ну, то есть передать то, что ты говоришь, ну, это же прозрачно, но бывает, что говорят, все равно присыпается. То есть все очень по-разному, поэтому лучше сразу подготовиться, чтобы это все быстро прошло и менее эмоционально, так скажем. Это тоже бывает сложно. Ну и по заявлению, это мается на увазе, что когда вы понесете свои речи и продукты, то, конечно, вам треба там на месте скласти заяву и перелечить все необходимое. Тому такая парада. Все подрыхтуйте дома, одразу все пересыпьте, лепше все узважьте, как вы сами ведали и разумели, на сколько килограмм будет ваша эта передача. Напишите себе черновик, докладно пропишите все, что вы понесете, пункт 1, пункт 2, пункт 3.
і прынесіце яго разам з перадачай у СІЗА альбо на ЦИП. Калі вас папросяць напісаць гэта ўсё ў іхні бланк, у вас ўжо ёсць усё падрыхтавана, вы хутенька перапісалі, спрасілі, в прынцыпе, сабе задачу, і спрасілі задачу тым, хто вас чакае, бо ўсё ж такі чарга, час абмежаваны, лепш, каб гэта ўсё рухалася хутчэй. Ну і вы, в прынцыпе, можаце захоўваць таксама чарнавікі, каб памятаць, што вы перадалі тады, што вы плануеце ў наступны раз, раптам вы штосьці згубілі. Ну, і калі чалавек сядзіць у СІЗА, ён абавязкова вам напіша, не хвалюйце, што яму не хапае, што яму патрэбна. Все сядзяць у камеры людзі, і все дзеляць адзін з адным, таму некалькі дзён можна без чагосьці абыходзіцца. Галоўна, каб вы былі ў супакоі, і ўсё будзе добра. Да, я могу еще посоветовать, если это уже долгие передачи, то мы заводим просто вот в Excel себе табличку, где перечень пишем, и просто это более, если это все в одном месте, то более понятно, что сейчас передать, что мы давно не передавали. И так как у нас мы много кому передаем, мы сразу туда вносим, например, данные, кто уже там через адвоката, либо через родственников что-то попросил. И да, как бы, если вам вы хотите очень сильно помочь с передачами, потому что это очень важный такой момент, особенно вот человеку, который там сидит, то вы можете обращаться ко мне. У нас уже появилась такая команда волонтеров, которые вот носим передачи. И, естественно, нам иногда нужна помощь тоже. Не всегда мы можем сорваться там и передачу принять на маршрутке. Не всегда мы можем быстро тоже, если нам там попросили там человеку передать Тиму Лимонов, что вот мы завтра сразу можем побежать, потому что люди все-таки работают, у всех разные графики, и нам всегда, в принципе, нужна помощь. Поэтому. Там себе записывайтесь в волонтерскую службу весны и допомагайте. Мы вельми спадзяемся, что все, что мы сказали, оно не спотребится для вас, что нехай гэта все веды застануцца теоретичными, але трэба быть падрыхтаваным. Дякую, Вікі Марко, за удзел у гэтай перадачы. Вялікі дзякуй грамадска-культурніцкай кампаніі «Будзьмі беларусамі». Гэта перадача адбылася дзякуючы ёй, а таксама дзякуючы краме беларускіх адметнасцяў, краме «Будзьмі бай». Всім вялікі дзякуй, трымайцеся.